Привет! Сегодня покажу немножечко своих покупок. В основном это будет текстиль и чуть-чуть одежда. Становлюсь, конечно, на своего метрового чека на спецупаковке. Пощупаем новинки. Итак, это, конечно, уже не новинка. Это, по-моему, в 10 или в 11, 10, мне кажется, каталоге появилась. Подушка на стул. Я открываю при вас, она запакована, запаяна. То есть, если мне что-то не понравилось, то я должна была там цвет или что-то уже сейчас определиться, что мне это не нравится. Ну, в общем, мне все понравилось, я прикинула уже на кухню и оставлю. Поэтому вскрываю, уж точно не верну. Материал тоже виден через пленку, то есть я уже понимаю, что я, да, приобретаю. Не очень видно это в каталоге, но сейчас по качеству я смотрю, что все хорошо. Меня все устраивает здесь. Какие-то круглые, это не кнопочки, это так придумано. И две завязки с этой стороны и с этой стороны. Они крепятся на стул. Так, Дом Фаберлик коллекция. По составу это что у нас? 100% хлопок рогожка, спан бонд, 100% полиэстер. В общем, два материала использованы, и внутри поролоновая крошка. Размер 40 на 40 сантиметров. В общем, стандартный размер. Обычно все подушки продаются с таким размером. Старые подушки у нас были вот тютелька в тютельку, даже чуть-чуть больше, на пару сантиметров. В общем, все подушки, три штуки. Три штуки вышли на сумму 1110 рублей. Сейчас покажу. Это уже со скидкой. Подушка на стол серая. Почему-то она серая называется, да? По факту это какой-то такой оттенок зеленого, по-моему. С красивыми цветочками. Есть там еще один оттенок, я что-то его не взяла, вот очень напоминает шторы мои. Вот, и такая расцветка была. 1110, это три подушки на стул. Так, следующее, что у нас как раз по чеку тоже идет, это полотенце. Полотенце 100% новинка у нас. У нас были уже полотенца, но вот в таком цвете новинка. Мы взяли два размера, у нас их три. Есть банные полотенца, есть для лица и для рук. Для рук самая маленькая, средняя, это для лица. И самое большое полотенце банное. 5 оттенков разные. Взяла сейчас сиреневый и аквамарин. То есть вот одно банное, одно для лица. Сейчас посмотрим, что у нас оно по качеству. Я их еще не вскрывала, руки не дошли. Хотя поставка пришла в пятницу, уже почти 5 дней назад, 6 даже. Так, это аквамарин, ну тут на солнышке, хотя нет, очень похоже, да, передает нормальный оттенок. Производство Турция, смотрели мы. Качество уже через даже пакет видно было, что хорошее, пощупать удалось нам. В общем, эта покупка, я тоже очень довольна. Так, давайте посмотрим еще банное. Тоже нормально все. Большое. Сейчас размеры скажу, не помню наизусть. Так, для лица аквамарин, 100% хлопок, 50 на 70, произведено в Турции. Большое банное, хлопок 100%, 70 на 140, произведено в Турции. Это сиреневый оттенок себе, аквамарин мужу. Так, следующее, что покажу, а да, по ценам. Что у нас по ценам со скидкой?
Так, полотенце аквамарин маленькое 259 рублей, большое 66 рублей. Маленькое сиреневое 259, большое сиреневое 666 рублей. Так, следующее, что у нас тут еще есть, это мужские джинсы. Это размер 48, темно-синий оттенок. По-моему, это не новая модель у нас, она уже была. Это не стретч. По-моему, там небольшой только стретч есть. Это классика полная. Это для тех, кто предпочитает классику. Мы как раз к таким и относимся. У меня муж только классику предпочитает. Да, стретч там совсем несущественный. Да, практически нет его. То есть они не тянутся. Качество хорошее, не знаю, мне очень понравилось. Единственное, что это 48 размер. И обычно в Фаберлике для мужа беру все 48 размера, а тут вот он оказался нам большеват, 48. Есть запасные детали. Мы уже перезаказали, нам уже пришел 46. И 46 оказался в пору и по длине, и по объемам. Соответственно, оказалось, что это, можно сказать, большемерка. Всегда брали 48, все в Фаберлике, все подходило. Тут подошел 46. Вот, в общем, классика. Прямые, не обтягивающие, немножко свободные. Других, к сожалению, пока нет. Будем ждать, наверняка появится спрос. У нас всегда компания выполняет очень быстро. Только захотели, уже исполнилось. И последнее, что я хочу показать. Все остальное мы уже, по-моему, раздали, развезли. Остальные покупки, это уже все, что нам осталось, наше. Трикотажные обтягивающие брюки с покрытием из полиуретана для женщины. Прикольно, да, полиуретана. Размер 44 заказал себе. Посмотрим, сейчас в каталоге покажу. Значит, вот они. Цена у них, где, кстати, у них цена? Вот, пленные брюки из эко-кожи, 44 размер, 1399. Интересно мне стало, решила снова себе что-то подобное купить. Раньше у меня были брючки с кальцедонии. По-моему, спереди была эко-кожа, сзади просто трикотаж, который вскоре скатался катышками и так далее. Сама эко-кожа вскоре... Она была там плотнее, это очень мягкая. Это очень мягкая кожа. Она очень быстро просто стерлась, там хлопьями полезла эта эко-кожа. В общем, их хватило мне на чуть-чуть, совсем ненадолго. Кальцедонии они стоили где-то 1500. Что мне здесь понравилось? Я их уже мерила. Понравилось то, что они вот как-то легко натягиваются, да, не такое плотная кожа, и то, что здесь есть байка внутри. Там не утепленные, так что можно носить и осенью, зимой я бы не стала. А вот на такие там холода первые, нормально, 44. Смотрится не вульгарно, да, если мы не будем уж прям всю-всю в кожу одеваться, вообще нормально. Есть резиночка. И надеваются достаточно легко, хотя, конечно, прям очень обтягивают. И это, скорее всего, не брюки, это все-таки лосины. Запашок немножко есть, но он не такой, не химический. Есть небольшой, не сильный. Не сильный запах, нормально. Эта покупка, я довольна, я их оставляю. Не знаю, сколько я их поношу, но факт того, что они, во-первых, дешевле, во-вторых, как-то удобнее. Кстати, вот еще хотела сказать, оттенок лака, это тоже новинка, сфокусируется, оттенок 75-59, оттенки лака, вот они новые, и это темный перламутр, да, совсем не тот оттенок. Совсем не тот. Он матовый. Матовый металлик, здесь так и написано. Когда покупала, решила просто взять, не обратила внимания. Очень красиво ложится.
быстро схватывает, вообще просто успевай только, да, наноси на кисточку, схватывается моментально лак. Единственное, что оттенок все-таки с каталогом не совпадает. Темный перламутр. И по стойкости эти лаки всегда идут, ну, очень долго держатся. Мне прям это нравится со спецэффектами. Особенно там, где вот какая-нибудь крошка. Особенно если сделать все правильно, нанести на основу сверху еще какое-нибудь быстросохнущее тоже покрытие. Хотя вот если быстросохнущее сюда нанести, то может эффект матовый пропадет. Вот еще одна новинка, которую хотела показать вам. Все, тогда до новых подключений. Всем пока-пока.